Видеть прекрасное среди серых многоэтажек, черпать вдохновение из городских пейзажей. На выставке уличного искусства фото, живопись, мозаика, видеоинсталляция. Многих из них раньше называли вандалами, холстами и стендами. Им служили стены домов, гаражи и заборы. Со временем уличное творчество поистине стало искусством, и в галерее ему самое место. Это рост самого человека, да? Сначала это юношеский максимализм, подростковый, а впоследствии это желание говорить о все более и более серьезных вещах со все более и более серьезными людьми. Это заставляет художников уже искать другого общения. Некоторые работы создавались прямо в галерее. Это граффити во всю стену художник нарисовал в день открытия выставки. Тогда же появились изображения на этой деревяшке и кастрюле. На выставке я увидел много необычного, такого, что не встретишь на остальных выставках. Это интересно не только молодым, но и лицам старшего поколения. Выставка «Стрит-арт-консервация» продлится до 24 января. Алина Чемерис, Максим Гусев, «События».